Определить преступника по микрочастице крови или кожи. Гродненские эксперты-криминалисты первыми среди областных центров получили на вооружение уникальный прибор для исследований ДНК. По словам сотрудников Госкомитета судебных экспертиз, стандартное исследование занимает от 1 до 3 дней. И что важнее всего, образцы теперь не надо отправлять на анализ в столичные лаборатории. Много приходится работать с клеточным материалом. То есть это исследование в том случае, когда преступник мог прикасаться к каким-то предметам. И вот наша задача в том числе попытаться определить, действительно ли преступник держал нож в руках. В делах по обороту наркотиков зачастую выявится не только человек, который употреблял наркотик, но и того, кто ему это продал. Прибор способен одновременно анализировать несколько разных образцов и в одно время обрабатывать до 22 участков молекулы ДНК. По признанию специалистов, это очень большая цифра, что, соответственно, сказывается и на раскрытии преступлений.